в этот день хочется вспомнить свои годы службы, вспомнить товарищей, которых уже не вернуть, отдать им дать памяти. Они сражались за мир в Афганистане, в Чечне, в Латинской Америке, в Африке и в других странах ближнего и дальнего зарубежья. В начале июля страна отметила День ветеранов боевых действий. В сквере Марии Рубцовой возле памятника героям необъявленных войн собрались участники разных локальных событий. Я думаю, что профессия, да, солдат, военный, это прежде всего, да, не работа, это прежде всего служение. Люди жизнь отдают, здоровье отдают. И это наша с вами безопасность и счастливая повседневная жизнь. На торжественный митинг пришли волонтеры, депутаты, общественные деятели и, конечно, сами участники. Василий Плохих – ветеран боевых действий в Афганистане, десантник, родился и живет в Химках. За особые заслуги перед Отечеством награжден орденом Красной Звезды. Рассказывает, те далекие военные события навсегда останутся в его памяти. Сейчас вот не померите, мне 61 год, и сейчас все я яснее вижу службу свою в Афганистане. У меня очень была насыщенная жизнь, я летал бортпроводником, облетал весь мир, а Афганистан у меня каждую ночь. То есть не выбросить его из души. Россия, она всегда воевала, многие хотят завоевать нас, но ни у кого этого пока еще не получилось и не получится, победа будет за нами. Сегодня Василий Плохих вместе с товарищами помогает участникам специальной военной операции. Он, как никто, знает, что помощь на фронте очень ждут. Плетут маскировочные сети, собирают продукты питания и медикаменты. За активную патриотическую работу и гуманитарную миссию участники объединения «Боевое братство» были награждены заслуженными медалями. Юлиана Мазырина, Руслан Сафин, новости Химки ТВ.